Всем добрый вечер. С вами Татьяна. Мы находимся в центре города Риги, столицы Латвии, недалеко от дома Москвы. Вот. И пойдем сейчас до автобусной остановки около цирка по улице Меркеля. Вот это вы видите знаменитые рижские привокзальные часы. Сейчас время 8 часов 10 минут вечера. Вот здесь у нас Ориго. А вот там вот центральная станция, вокзал. Здесь все магазины, аптека. Вот гостиница Ирина, трехзвездочная, по-моему, да, трехзвездочная. Меркеля. Вот центральный вход в гостиницу. Ресторан здесь. Она вот примерно там, туда, где стоит Нарвес. Бывает и такое. Что делать? Хотите, покажу гостиницу, вот этот вот циркус. Сейчас, если там открыто, да. Это очень маленькая гостиница, всего 3 номера, и они практически под землей. Но я заходить туда не буду с камерой, вот, потому что может вызвать негативную реакцию. Но покажу, где она находится. Номерочки очень милые сами по себе. Вот. Вот туда вниз надо спускаться, и там будет гостиница. Это всего 3 номера. Вот такие дела творятся здесь, в Риге. Мы выходим на светлую улицу. Здесь, видите, тоже все для развлечений, для жизни. Вот этого, кстати, я не видела. Это новый, наверное, ресторан недавно открывшийся. Помните, что я вас всех очень люблю. С вами был Татьяна. Счастливо, до свидания, до следующего урока.